Там в конце какая-то новая пушка. И крит. Тестовые серии добавили новый режим. Вас на квалде больше, чем вы сейчас победите нас. Гонка вооружений. Внимание. Команда против команды. Друзья, если вы тоже хотите получить пушку Скорпион, тогда участвуйте в конкурсе на 20 тысяч танкоинов. Для участия нужно просто поставить лайк, подписаться на мой канал и написать комментарий слово «участвую». Ну а итог я сделаю на своем стриме. Желаю всем удачи. Всем привет, друзья. С вами Биг Танкс. И на тестовые серии добавили новый режим. Гонка вооружений. Внимание, команда против команды. То есть команда на команду, гонка вооружений. И это что-то новенькое. Возможно, в конце еще есть какая-то новая пушка, что ли. Ну, типа, недавно Скорпиона добавили. До этого Кувалда была. А может, сейчас что-то еще новое. Со мной Конфе Лимон, поздоровайся. Всем чиу. Чиу? Что за чиу? Короче, мы с Лимоном. Блин, не слил. Мы с Лимоном с прям места событий, и вот только-только это добавили, что в чате какие-то там иероглифы, что-то непонятное, какой-то чувак на читах носится. Короче, тут происходит что-то непонятное, но суть в том, что режим реально командный. И то есть, чтобы дойти до последней пушки, нужно как бы, чтобы выиграть, да, нужно делать киллы, нужно всех уничтожать, но один килл. И новая пушка. Один килл и следующая пушка. Вот я сделал на шафте один киллочек, мне дали молот. Делаю на молоте, мне-то там дадут страйкер, по идее, или что-то такое. То есть всего один килл нужен, не как в соло, где все каждый сам за себя. И там как бы нужно по три килла делать. Здесь все немножко по-другому. Опа, вот не знаю, как будет с другими пушками. О, да, вот видите, один килл всего, и мне сразу дают вот уже вулканчик, точно, поджигать вулканчик сейчас буду, давай тыщи, кто-то пишет в чат. Кстати, тут баланс такой странный, мы зашли с Лимоном, и угадайте ник Лимона, вот просто, как вы думаете, где же ник Лимона? Подсказка, он против меня играет, все, дальше, думаю, понятно. Вот сам ты нуб, ты понял? Вася. Это, ну, что тебе не нравится, не понимаю, как будто так куда ты меня гасишь? На тебя своего молота, блин. Ну, а я не увидел там билборде, короче, что у них. На смоке там 2 килла, по-моему, нужно было сделать. Вот Лимон! Да блин, несливаемый Лимон. Ты подстраивайся, что ты как-то ты лагаешь там, что? Давай. Ну давай, ну сколько уже? Фух, есть страйкер. Ну капец, как это все сложно. Блин, а может реально там в конце какая-то новая пушка? Алло. Лимон, ты там лагаешь. А я тут. Ну все понятно, ладно, ты просто играй, и все было хорошо. У нас тут непонятный какой-то баланс ореховский. На основе то, что вы знаете, какой баланс. Так вот, на основе это просто божественный баланс. На тестовом сервере только что один чувак играл против где-то 9 танков, ну 8 или 9 танков. То есть вся фул наша команда, и у них один всего танчик, вот этот был Стефан, короче, он один, и закидывала только за нашу команду. Я не знаю, как это так работает, за нас заходит, он один вообще, за него никто не заходил. Потом резко что-то как-то поменялось, вроде все нормально. Так, у меня уже Магнум, мне нужно сейчас дойти до Гаусса, потом Теслочка, потом Сладусечка, Страйке, ой, Скорпиончик, Бег, Бичбельбек, и потом уже Кувалда. Но в конце, может быть, будет новая пушка. Бах! Ай, блин. Может, в конце будет новая пушка. Лимон, как думаешь, будет новая пушка в конце или нет? Не знаю, что там они могли придумать. Ну, могли же быть. Но помнишь, они делали вот какой-то там на карте, какой-то там необычный танк. Ну, на песочнице ремастер, там какой-то танк сказочный. А. Может быть, что они такой танк добавят? А ты почти не лагаешь, все нормально. Так, я уже на тесте, наконец-то прошел Гаусса, прошел Магнума. И сейчас посмотрим, кстати, Лимон уже получил Скорпиончика. И вроде как даже разлагал Лимончик здесь. Там кто-то уже на Кувалде. О, его отреспили. Я убил его. Ты его убил? Давай. Бери Кувалду, только там. Ты на Кувалде? Ты на Кувалде? Да. Сколько киллов сделал? А, 19. Подожди, а после Кувалды... Короче, тебе нужно сейчас пройти Кувалду, и если после Кувалды тебе еще что-то дадут, то значит это новая пушка. Проходи, короче, тогда. Я уже дошел до Скорпиона, сейчас я быстро пройду его и получу уже Кувалдочку. А ты где? Можешь вы как-то на центр, прямо на самый центр? Появиться. А, сейчас я резко. Давай, Лимончик! Резко. Лимончик! Let's go! Я тебя не вижу. Я ехаю, брат, подожди. Ты на центр? Твин спинает, да, твин спинает. Надо спрятаться, блин. О, есть, я тебя слил. А сколько на Скорпионе? 4-5 киллов? 3 сделал, по-моему. 3 ты сделал? Да. А можешь отреспиться и стоять там у себя на базе? А, окей, давай. Это ты на чем? Окей. Он не знаю, это, наверное, не тебя бью. Но мне без разницы. Кого-то, короче, я сейчас респлю. Да, есть, все. Это еще какой-то килл. А, это я тебя, вот. Давай.
сколько? Блин! Ой, добили. Блин, тут все на этих штуках. А-а-а! Отстаньте! Они все уже на кувалдах. Пипец, блин, что-то познавательненькое зашел. Лимон, а после кувалды что-то дают или нет? Я не знаю, надо пройти. А у нас у вас на кувалде трудно. Больше, чем вы сейчас победите нас, слышишь? А, не, у нас по киллам больше. По скиллов больше. Но вы на кувалдах у вас половина. Так это минус, мне кажется. Никто убить никого. А, вот. Ну да, просто что-то непонятное. Бам! Есть, я бонг! Бонг! Так, и что? А на ней не один килл нужен. Сколько киллов на кувалде ты сделал? Еще не получил? Ничего нового? Я один только. Не-не-не. Только один сделал. Блин, а что так мало? Второй. Блин, я к тебе на респы иду. Давай, я респы. Либо ты меня, либо я тебе сейчас... Право от тебя. Так, сейчас молодой человек катается такой красивый. Стефан, найн, Стефан! А, все! Вот он прям... И крит. В конце, у тебя тоже крит? Да. Это значит у всех крит, ё-моё, типа битва закончилась и крит? Не, интересно. Подожди, то есть после кувалды ничего не было? Возможно, у него новые пушки, и он бум закрыл. Да не, нифига там не было. Какой-то вот такой вот желтый праздничный режим, я не знаю. Короче, это типа такой тестовый праздничный режим какой-то, который, возможно, будет на этой неделе, либо на следующей в танках, где гонг вооружений, и одна команда против другой команды. По очереди получаются пушки от смоки и до кувалды, где нужно на каждой пушке получить по одному киллу нужно сделать, да? А на скорпионе 3, на кувалде где-то 4-5, да? Возможно, да. Да, а на смоке, по-моему, тоже на начальной пушке, по-моему, 2 килла нужно, что ли. Или 1, или 2, по-моему, 2. Короче, в принципе, как тебе режим? Мне кажется, прикольный. Мне понравилось, но были бы еще другие карты. Возможно, там будут. Ну, они, видишь, что? Они типа потестили. А ну, сейчас давай нажмем в этот режим. Может быть, закинет уже на другую карту. Ну, по-моему, только на пустыню кидай. Короче, если такое добавят, мне кажется, это круто. Вот это реально играбельно. Потому что, в принципе, команда на команду. Кто-то пишет, что это? Что это? Чувачок спрашивает. Ну, это новый режим. Да, опять та самая карта. Короче, пока что пустыня. Мне кажется, там не так сложно добавить какую-то еще карту и просто команду. На команду, чтобы мы играли, да? По сути. Это же не сложно. Теперь режим прикольный, мне нравится. Да, ну, неужели разработчики? Молодцы. Короче, ребят, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение по поводу этого режимчика. Командная гонка вооружений. С вами был Big Tanks. Вводите TechBig в настройках игры, получайте за это промокоды. Всем удачи, и Лимончик был. Пока. А пока-пока.